На большой скорости один за другим по сочинскому желобу проносятся лучшие саночники страны. В Сочи прибыл молодежный состав, спортсмены из 12 регионов, в том числе сильнейшие – Москва и Московская область, Кемерово и Братск. Основной состав задействован сейчас на этапах Кубка мира, и здесь молодежный состав, что очень хорошо для того, чтобы уже из этого состава просмотреть спортсменов, перспективных спортсменов, на то, чтобы они могли готовиться уже к предстоящим Олимпийским играм в Корее. Сейчас к предстоящему молодежному Кубку России в Сочи готовятся около 90 спортсменов, в том числе краснодарские. Первые старты намечены на 20 декабря, а пока тренировочные заезды на лучшей трассе страны. Уникальная в своем роде. Сочинский желоб – единственный крытый в мире. Алексей Дмитриев говорит, в родном Красноярске таких условий нет. Трасса очень нравится, хорошая, легко ехать на ней. Впечатления такие хорошие были, когда ехал первый раз. А так уже привык, уже не первый раз здесь. Очки молодежного Кубка России в Сочи разыграют с 20 по 23 декабря. А вообще календарь событий в центре Санки уже расписан на целый сезон. В январе здесь пройдут тренировочные заезды к юношеской Олимпиаде 2016. В феврале – финал Кубка мира по бобслею и санному спорту. А в марте – чемпионат России по санкам, скелетону и бобслею и спартакиада учащихся страны. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.